Доброе утро всем, девочки, мальчики. Мы опять в лесу за грибами. Ну что, как-то грибов особо нет. Что-то Петя тут отыскал, похоже. Ну-ка, что там у тебя? Ну-ка, посмотрим, какой он груздочек. Тоже, наверное, вот его уже черви так съели. Конечно. Вот такие грибы. На продажу берут и с червями, но нам не на продажу. Нам надо хороших грибов. Вот листочки уже с березы. Вон там падают. Сейчас подойдем поближе к березке. Ой, хорошая погода. Сейчас посмотрю, вот это что за грибочек. Это, похоже, поганка. Нет, это, кстати, масленок. Я его так это... Это масленочек. Сейчас я проверю его. Вот такой. Сейчас посмотрю. А то кто-то возмущался, что я тут пинаю поганки ногами. А как еще их не пинать? Только так с ними можно. С поганками. На то они и поганки. Вот такой вам лес. Масленок оказался тоже червивый. Так что никаких грибочков. Гуляем, дышим свежим воздухом. Такая хорошая погода. 10 сентября. 10 сентября. Лес желтеет. Лето закончилось. И так не хочется... Осень и поздний. Не люблю осень, ноябрь особенно, когда темно. Еще снега нет. Темные короткие дни. Что, Петя? А, ну так а что? Ты думал, мы первые, конечно. Конечно, ковырялись уже тут, прошли. Не одни. Так что вот так вот. Ой, но все равно. Хорошо погулять. Сейчас в другое место еще съездим. Вот такие березки желтеют уже. Вот падают листочки. Видно вам, как листочки падают? По одному, по два. Еще такой листопад небольшой. Вот красоту вам. Любуйтесь, кто не гуляет. Вот, поганки это тоже. Вот так я с ними расправляюсь. Вот такой красивый лес. А мы едем дальше. Вот видите, уже желтеет береза. Вот такие красивые цветочки вам дарю сегодня. Ну вот, и мы в березовом сейчас лесу. Вот в таком красивом гуляем. Ой, красота. Красота. Комаров, можно сказать, нет. Я вообще без головного убора хожу. Тепло, хорошо. Гуляй, не хочу. Дыши свежим воздухом. Вот так вот. Красота. Чистый лес. Чистый, видите, какой чистый лес. Вот так вот. Такой чистый березовый лес. Ну вот. Пишут мне, что я не так разговариваю с мужем, не так грибы собираю, не так салат делаю. Так вы не смотрите. Зачем вы смотрите? Это мои хорошие. Какие-то озлобленные люди смотрят потом. Пишут всякую ересь.
сидите, смотрите новости по телевизору, смотрите Скобееву, смотрите Гузееву, кто вам не дает. Я вот телевизор вообще не смотрю, поэтому гуляю по лесу. И желаю вам тоже гулять и быть здоровыми. Всем пока и до новых встреч!